Приветствую вас. Смотрите, получается пока что по тому, что вы пишете, потому что вы описываете, получается то, что с вами вот год назад произошла ситуация, произошла история, которая как-то выбила вас из колеи, которая породила у вас некие чувства, некие эмоции. И эти эмоции, они влияют на вас. И влияют на вас до сих пор. Понимаете, то есть вот эти эмоции, которые вы испытываете, которые вы ощущаете, да, вот, все это влияет на вас очень сильно. И есть незавершенность некая в ваших переживаниях, скажем так. Есть некая незавершенность в ваших переживаниях. И, на мой взгляд, вам необходимо, вот как раз ваши переживания, которые у вас есть, да, вам необходимо их завершить. Вам необходимо их завершить. Чтобы двигаться дальше. А вы пока что, на мой взгляд, просто застряли, вот, и не можете, как бы, эту ситуацию отпустить. То есть, с точки зрения психологии, есть момент, который случился с вами год назад, как вы говорите, год назад. И он вас не отпускает, грубо говоря. И вам нужно помочь его найти, вам нужно помочь его прожить, да, плакать вы перестанете. Когда вы начинаете плакать, по сути речь идет о том, что вы вспоминаете то, что у вас было, вот именно вспоминаете. И данные воспоминания, которые у вас были, они мешают. Вот с точки зрения именно психологии ответить вам можно именно так. С точки зрения психологии, если мы говорим про психологию. Ну, возможно, и другие варианты, как вам вот коллега Мария Протасова сказала. Возможно, другие варианты. Но это не точно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.